У тебя? Это мои инструменты. Они зачем тебе? В песочнице пойдешь, играть будешь? Нет, у меня сегодня более важная задача — за ягодами ухаживать. За ягодами? Виолет, а мне привезешь чуть-чуть? А ты со мной пойти не хочешь? Знаешь, Виолет, что-то мне спина сегодня болит, и наклоняться не хочется. Давай с тобой в следующий раз. Ну ладно, договорились, но жди меня с полной корзинкой. А ты какие ягоды любишь? Все! Главное, чтобы их было много. Привет, бабушка! Привет, Виолетта! Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Виолетта! Я приехала тебе помогать. Молодец, работы много. А еще я обещала за бабе вкусных ягод привезти. Обязательно привезешь. Ягодки уже тебя ждут, мы их сейчас наберем. Ягодка хитрая, не для лентяев. Чтобы ее найти, надо поднять листочки, приподнять, приподняли, а вот она и ягодка. А мы все равно ее нашли, правда? Правда. Пойдем посмотрим, где у нас еще ягодки. Вот они. Смотри, вот, поднимаешь листочки, да, видишь, находишь ягодки и срываешь, и в корзиночку. А что потом делать? А ягодка любит, чтобы за ней ухаживали, да? Ее надо будет порыхлить, полить, и надо усы будет обработать. Усы? Какие усы? Как у нашего кота? Здравствуйте, и с вами я, профессор Почемучкин. Усы незаменимы для животных, особенно для тех, кто ведет ночной образ жизни. Недаром сельские жители считают, что чем пышнее усы у мурки, тем лучше охотницей на мышей она является. У кошек усы располагаются не только на мордочке, в виде усов, бровей и негустой бороды на подбородке, но и на лапах, на спине и животе. Та информация, которую кошка получает с помощью усов, может помочь ей вовремя ускользнуть от опасности или заполучить лакомый кусочек в виде зазевавшейся мышки. Как и обычная шерсть, усы выпадают, а на их месте вырастают новые. А в случае их механического повреждения, они восстанавливаются на радость животному. И не важно, что домашней кошке не надо охотиться и постоянно быть настороже. Усы в любом случае к лицу, на то она и кошка. Смотри, вот как выглядят клубничные усы. Вот если мы хотим, чтобы у нас урожай клубники был хороший, да, то мы их отрываем и, ну, просто выбрасываем. А если мы хотим, чтобы еще у нас была грядка с клубникой, мы вот этот усик прикопаем, польем. Давай я сломаю ее, прикопаю. Ну, давай, давай, вот усик можешь прикопать. Держи его вот так и прикапывай. Вот он даст корешочки, и у нас будет новый кустик, который мы потом можем пересадить на другую грядку. А теперь возьми леечку и полей. Виолетта полила, а теперь надо малинке помочь. Пойдем. Ну вот, Виолетта, вот малинка. Смотри, какая она красная, красивая. Правда, еще не вся поспела. Срывай. Ой, какая высокая. Ой, и колется. Да, колючая ягодка. Ой, а как за ней ухаживать? Только снег растает, земля высохнет. Нужно старые малиновые кусты вырезать, а новые собрать и привязать. Или на проволочку, или к столбику. Обязательно порыхлить. И малина любит, что ее поливали. Любит, чтобы было много солнечного света. А малина полезная? Малина очень полезная.
Она хорошо от простуды. Все взрослые знают, когда дети болеют, то малиновое варенье очень полезно при простуде. Быстро помогает выздороветь. Вообще она очень вкусная, очень сладкая. Но на улице ее много есть нельзя, потому что падает ветерок, а ты вспотеешь от малины, можно простудиться. Это смородинка. Это очень полезная ягода. В ней столько много витаминов. А еще она вкусная. Я люблю компот из смородины. Интересно, а что любят другие дети из смородины? Из черной смородины? Компот. Компот. Пирог, да. Вареники, наверное. Морс можно сделать. И черной смородины можно сделать варенье и компот. И кисель еще. А что мы будем готовить? Мы будем готовить сегодня смородину, вкусный салат. Для этого мы возьмем черную смородину, которую мы уже помыли. Ягодки обязательно надо помыть. Салат рукола, орешки, сыр моцарелла. И потом заправим маслицем. Значит, что мы делаем? Ягодки у нас уже есть целиком, да? Теперь мы сюда вот так вот салатик. Мы его просто можем вот так порвать. Резать не обязательно. Салат у нас уже мытый. Даже на упаковочке написано «не мыть». Поэтому его так смело берем. Теперь мы порубим орешки грецкие. Берешь сыр, вот так достаешь мне вот так вот шарик, помогай. И теперь давай блин маслица, мы заправим маслицем, так, и уксус. Вот наш салат готов. Сейчас мы его будем пробовать, да? Ну как? Очень вкусно, бабушка. Только я теперь пить хочу. Ничего, мы сейчас сделаем вкусный коктейль. А вы знаете, что раньше молочные коктейли пили только королевские особы? Первый рецепт придумали еще 3000 лет назад в Китае. Рецепт был удивительно прост. Брали молоко буйвола, мед и немного снега. Не забывайте, что тогда снег был кристально чистым, не то что сейчас. Правда, жители Америки уверяют весь мир, что это они придумали молочный напиток. Один бармен долго скучал, когда ждал посетителей. И чтобы не уснуть от безделья, он смешивал все подряд, и у него получился молочный шейк с клубникой и бананом. Он угостил своим изобретением своего маленького сына. Малыш был в восторге. И я его понимаю. Это же такая вкуснятина! Так, мы сейчас сюда мороженое. Я очень люблю мороженое, оно очень вкусное. Теперь у нас тоже клубничку обязательно надо помыть, она у нас помытая, да? Мы порежем клубничку. Туда вот, да? Получилась пенка, да? А теперь мы разольем в стакан. Пробуй.
Ой, как вкусно! Спасибо, бабушка. Я и напилась, и наработалась. А теперь пора ягоды в корзинку укладывать и к Забаве ехать. Ну что ж, приезжай вместе с ягодами к Забаве, передавай ей привет. Ладно. Эх, зря я на дачу с Виолеттой не поехала. Скучно. А сейчас бы на полянке, на даче. Клубничку прямо с кустиков бы ела. Привет, Виолетта. Привет, Забава. Какая у тебя корзина большая. Показывай, что там. Сколько клубники. Ну как, красиво смотрится. Красиво. Вкусно. Это все мне? Да, дядя жадная. Я успела на даче наесть. Спасибо тебе, Виолет, большое. Ты успела поухаживать, да, за ягодками? Да. Знаешь, конечно. Виолет, знаешь, что я решила? В следующем году обязательно с тобой поеду на дачу. А то мне скучно тут было. Вкусно. Поехали с нами на дачу. Там еще ягод много осталось. Поехали. Ну что, я пошла вещи собирать, да? Постой, а с ребятами попрощаться? Ой, совсем забыла. До свидания, девочки и мальчики. Пока-пока. Почему иголки у ежа и елки? Почему так в мире много чудес?